это знакомство, знаете, на бегах, где неизвестно, кто наездник, а лошадь-то известна, а кто на нее сядет. Или наоборот, я наездник, лошадь государства, кто-то должен кого-то вести. Мы связаны, как наездник с лошадью, так художник с государством. Если у него отнять, никуда он не придет. Он будет долго еще мотаться в мире, пока его государство не возьмет под свое мощное и важное и нужное национальное состояние. Нет такого в мире никого, чтобы не был он американский художник, английский, французский. Кто я такой? Кто Рабин? Он кто? Вы мне сегодня можете ответить? Он кто? Советский? Русский? Кто он? Конечно, художник. Мы вот, конечно, можем себя тешить вот этим, опять же, нескольким сектантским уровнем, таким, значит, что вот, а я, мне все равно, понимаете, я, а я вот так и буду жить. Художником быть сегодня неприлично, а картине тем более, она никому не нужна. Прежде всего, ты должен понять все то, что ты делаешь. Ощутить это пространство, в котором ты работаешь, особенно когда оно изменилось. Моральные ценности ушли эти, они как бы не нужны. Сегодня то, что шестидесятник, когда мы говорим, то мы не говорим шестидесятник, мы говорим шестидесятники. Сегодня каждый один, он каждый свой. Каждый по-своему, и каждый будет биться лбом и пробивать эту стену, ему никто не нужен. Отойди ты, шестидесятник, и так, и сяк. И мне даже один сказал, я когда был в гостях, мне сказали, вот, значит, там, приходи к нам в гости, у нас есть молодой авангардист. Я его, не буду называть его фамилию, его звали Коля. И когда я вошел, он, о, старикашка, а ты еще жив? Я говорю, а что, в чем дело-то? А я думаю, пора, пора выносить вас. Да я говорю, вот застрял, не вынесли. Пришлось остаться. Ну, дальше больше выпили, там закусили. И мне интересно было, почему он так говорит. И он говорит, ну а как же, говорит, вы же как в песне Ахуджавы, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. А мы одиночки, вы нам не нужны, вы нам мешаете. Не нужны просто, и все. И вот здесь... Тоже проблема непростая. Значит, в чем дело? Значит, тогда власти, а сегодня сами художники, расталкивая друг друга, пробивают себе эту столбовую дорогу. Куда? Никто не знает. Они сами не знают. Понимаете? Вот опять же, снова и снова мы, значит, как бы с вами рассматриваем этот вопрос. Куда мы, откуда мы и зачем мы? Это всегда сложно. И только... У каждого есть свое, на этот счет я сказал, алиби. Почему он такой или почему он другой? Сегодня мы уже не можем судить о многих вместе. Проблемы нет, кроме воспоминаний. Thank you.
Да, да, у времени спроецировано на холсты пестрый изобразительный ряд. Многих его персонажей уже нет с нами, но они успели развесить свои картины, успели сказать важные слова. Сегодня, спустя 10 лет после съемок, вникать в их эксперименты, смотреть работы и слушать их еще интереснее, потому что время, прожитое ими и нами, предстает в единстве отчаяния и обстоятельств.